Нас же ждет большая работа, Лена. Расписывать остановки. Я наши добровольцы на кривавый лад. Гулят и наших украинских москальских айдан. Дорога пані Оксано, ми дуже раді, що ви до нас прийшли з цією вишивкою чудовою і такою гарною. І ми хочемо вам віддячити теж провести заняття по Петриківському народному розпису, який ми маємо стаціонарно завжди на центрі. І я хочу поділитися з вами тим, що знаю. Я тією технікою, яку знаю. З дорогим серцем. Беремо якусь фарбу. Таку червону. Привітаю усіх до колеги. Щоб саме пишуття. Така техніка, що зараз. Рука на столі лежить, ми беремо пензлика так, як ми беремо ручку, ставимо його вертикально, беремо дуже близько до волосиків і робимо ось такі мазочки. Або рівні мазочки, вони схожі на повітряну кульку. Будь ласка. Не бійтеся. Головне це тягти мазочок вертикально. Угу, поїхали, у вас зараз буде добре. Ось воно. Уходить товстий тонкий, товстий тонкий. Угу. Це ж, я так зрозуміло, треба для наших хлопців, так? Так, це буде подарунок нашим хлопцям. Ось така ось цибулька. Яка перетворюється в серце чи що? Ви знаєте, навіть так, діти натолкнули мене на те, що ця цибулька дуже схожа на серце. Добрый день, меня зовут Елена. Сегодня я вам буду показывать технику твинк, рассказывать, что это такое. В рамках этого мастер-класса мы выполним открыточку ко дню Валентина Святого. Вот. Открытка состоит из техники Paper Matrix. Это вот такая вот основа из картона, которая складывается в открыточку, и элементы техники твинк. Тут вопрос просто, ну, насколько им удобно носить на себе. Меньше больно? Мне вот ребята, которые туда ездят, рассказывают, что они наши рисунки носят прямо возле сердца. То есть они должны быть максимально плоские. Была история о том, как один боец выбирался из окружения. Его очень сильно обстреливали, все его друзья погибли. У него уже не было сил ползти, он полз где-то полчаса, у него что-то случилось с ним самим, то есть он был ранен. И он уже решил просто бросить это все. Кричали ему, что сдавайся, ты никому не нужен, ты не нужен у себя дома, мы тебя убьем там, и так далее. И он уже лежал и понимал, я сдаюсь, потом утерял сознание. Последние минуты называется. И вдруг он почему-то вот как-то ползя, споткнулся грудью о почку, хоть это звучит ужасно, и у него вывалился из кармана детский рисунок. Он развернул его, он был уже испачкан кровью, был, короче, уже далеко не первой свежести. Но то, что было нарисовано рукой ребенка. Он искренне что-то там написал, там была какая-то надпись детскими ручками, буквы неправильную сторону. Он прослезился, взял этот рисунок в руку и пополз. Он даже дополз до наших, не помогли, и все в порядке. Когда вы его собираете, у нас получается одно большое из трех, из двух. Из двух частей. Вот. Но одно большое, в серединке в нем маленькое. Но можете разделить и подарить только половинку своего сердца тому человеку, которого вы любите. Оксана, это работа киборга. К нам пришел киборг в мастерскую и нарисовал это все своими руками. Одновременно занималась донецкая семья, они ничего друг о друге не знали, разговорились, начали обсуждать географию Донецка, а затем она расплакалась, сказала огромное вам спасибо, а они обняли. Жилось
браслетики заказали. Mm-hmm. Заказали, женщина делает браслетики. То есть, переселили. Ну вот мы решили вместе с нашими детьми делать вот такие вот подарки для наших бойцов, чтобы передать им какое-то свое тепло, чтобы они знали, что мы о них думаем, что дети о них думают, что мы очень хотим, чтобы они быстрее вернулись, и чтобы им легче было переживать все, там, да, морально, чтобы было легче. Это на самом деле важно, потому что со многими... Счастливо вам, да. Подождите, мужчина, сердечко подарю. Сердечко? Ага, спасибо. Спасибо вам большое за все, что вы сделали для нас. Спасибо.